Доброго вечера, дорогие друзья! Всех приветствую на канале, рад всех видеть. Сегодня мы будем проходить дальше Techno Magic. И я приветствую всех на моем канале. Всем доброго вечера. Доброго, как говорится, вечерочка. Будем продолжать. Вчера мы остановились в довольно-таки интересном месте. Остановились в каком-то лесу. Нашли каких-то летающих фей. И, соответственно, как всегда, не обошлось без заданий и всего того подобного. Так, ну что, погнали, товарищи. Сегодня я скачал другой образ, специальный образ. В общем-то, подфиксены, уже улучшены. Как видите, вот здесь даже написано исправно текст. Текст зависания, текст. Вот в лесу, как раз-таки forest, был текст кривой. Так что в этом, надеюсь, все будет нормально. Ну что, запускаем игру. Не будем тянуть, как говорится. Так, ну сейчас мы пока не поймем, что нам надо будет сделать. Я надеюсь, что перевод игры действительно подправлен, все в таком духе. Так, лесной эльф. Загружаемся. Так, игра загружена. Наконец-таки. Отлично, текст тут исправен. Ты еще не нашел серпентаву, смотри за ярким светом. Серебряную траву, что за яркий свет? Ну, сейчас тут текст видно исправлен, все-таки этот образ гораздо лучше. Так, какую-то нужно найти серебряную траву, давайте посмотрим. Зато вот здесь ничего не исправлено, все так же криво написано. Найти две... Зеле... Чего-то... Чай... Что-то не пойму. Корни какие-то, найти три печати, найди четыре, непонятно вообще, каким-то кривым языком написали, что-то, короче, найди, богомолы, золото, что-то такое, или богомолы для золота, или хрен пойми, короче, сейчас разберемся. Так, нужно найти кое-что интересное. You still haven't found any silverweed? Take a closer look and look out. Смотри за ярким светом. Мне кажется, догадываюсь, что за яркий свет может быть. Серебряной травы. За ярким светом. Посмотрим, где-то яркий свет. Еще найти, где он был. Так, определенно не тут. Точно не тут. В другом месте это было. Эти ловушки какие-то. Так, ищи траву за ярким светом. Скорее всего, вот этот яркий свет, наверное. There must be a way of getting in. На правильном пути, но я думаю, мне нужна особая вещь.
Что за особые вещи можно? Что еще за вещи? О! Это куда я провалился? Я чуть не понял. На себе ловушка. Какую-то яму упал. Непонятно. Так. Ищи за ярким светом. Где он был? Хрен его пойми, как говорится. Да, меня прям как будто потянуло туда. Не могу. Ладно, черт с ним. Было бы какое-то понять, где искать траву эту серебряную. Что это вообще за серебряная трава? Hello, Mel. Great to be up by again. I told everyone how you helped me, but I have to get back to my bees now. Ну здесь блестит, какой-то яркий свет я вижу. Наверное, можно тут сделать. There. I put one bee basket up. There. I put. Что нас хотят-то? Не совсем понимаю. Где же искать эту чертову траву? Светом, ты же нам это сказала. И светом ты увидишь что-то там.
You still haven't found any silverweed? Take a closer look. Смотри за ярким светом. Каким ярким светом? Как это понять? Где эта трава вообще, где яркий свет? Блин, налево провалился. Тут. There must be a way of getting in, but I think I need a particular item. Какие-то загадками все говорят, какая-то особенная вещь. Смотри за светом, как это все понимать? Чего я дохожу, а тут чё? Ну ничего нету. Так, я не вижу ничего такого, могу приглядеться. No way through. Не пропускает хрен. Что от нас хотят? Что нам нужно найти? Я не понимаю. Течение, кстати, пропало, по-моему, у меня оно тут было, не помню уже. Привет, Джипом. Привет, дружище. Привет тебе еще раз. Привет, Буба. Привет, мои шпионы. Так, ну, видите, ребят, давайте дружно проходить. Что делать? Нам нужно найти какую-то траву серебряную за каким-то светом. Честно сказать, я вообще без понятия какого-либо, где вообще ее найти и как ее добыть. Вообще, я все уже, по-моему, обошел, все, что можно. Я не знаю, где-то что можно найти еще. Привет, кабалерия. Привет. Так. Тоже ничего нету. You still haven't found any silverweed? Take a closer look and look out for the golden lights. Смотри за ярким светом. Каким светом? Господи, объясните нормально. Где? В каком месте хоть? Смотри за ярким светом. Тут нет никакого яркого света. Игра меня водит вокруг пальца.
сюда я пришел. За ярким светом. Может быть, она имела в виду здесь, вот в этом месте. Здесь как бы ничего и нету, по идее. Почему не взял бы с русской озвучкой? А разве он был? Я, честно говоря, не знал, что он есть. Но я взял другой образ, который я нашел, и вот с правильным текстом, и вроде как даже баги пофиксили какие-то. Может быть, здесь вообще? Здесь тоже ничего нету. О, будешь меня троллить всю жизнь теперь с этим казуалом? Я все, конечно, понимаю, но, по-моему, на казуале там вполне тоже достаточно было трудно проходить. Тем более я уже на Найгмаре проходил, как, блин, сам себе еще всю жизнь. Так что не вижу смысла как бы меня в чем-то винить, что я типа на казуале решил пройти. Я же тебе вчера кидал ссылку на образ русской озвучки от Фаргуса. Но я скачал вот этот образ. Я скачал. Что скинул? И это не вот, не тот был, не та ссылка была. Так, а как быть тогда? Да как бы пусть будет без русской озвучки, я буду озвучивать своим как бы голосом, это у меня, в этом у меня талант. А так, главное, что фиксы тут какие-то подправили текст местами, баги даже подправили какие-то, я не знаю, которые тут есть. Так, а, блин, это все ладно, а что делать-то, где что искать-то? Какую тут траву надо найти? Даже не только траву, еще какую-то жало там надо найти, чтобы можно было что-то сварганить. Какую-то хрень. Я вообще без понятия. Я уже весь лес перерыл. Что вчера, что сегодня. Может быть, здесь что-то должно быть? This strange animal looks familiar, but I definitely didn't see it in Dreamertown. Странное животное, кажется, мне знакомым, я его, однако, не видел в Dreamertown. Может, мне это приснилось? Да, уж приснилось. Сюда мы, помню, пришли. Тут расстроен, или мало поспал, или все-таки расстроился, что игра не далась на кузале из-за глюка, вызванных казуалом. Ай, Бог, продолжай троллить, продолжай. Я-то, в принципе, не расстроен нисколько. С чего мне расстраиваться? Ну, не пошла игра, в принципе, ничего страшного. По факту-то я прошел. Просто решил на дополнительную концовку пройти и сюжет. Но не вышло. Будем ждать нормальной версии 2.0. Там, в принципе, пройдем с новыми моментами. Может и выпустит какой-то патч автор. Так, а вот есть что посередине? Ну-ка. У тебя же есть сейв для Mortal Knight перед выбором снять маску, загрузить, сделать по-другому, да и все. Нет, это-то есть. А первый эпизод, там же тоже другие концовки. Там же, если, например, полицейские не сказать, там вроде как ее спасти, типа, можно. Вот Буба так говорил, вроде.
И того полицейского тоже еще одного толстого, который там лопал пончики. Well, of course I can make it. Можно выделить вашу мне нужно жалобчу и еще кого-то богомола. Жалобчу, а где нить еще? Какая-то нить жалобчу, ни хрена себе. Где же найти? Где его найти? Жало пчелы не богомола. Вообще без понятия, где это искать. Я все тут перерываю. Я не знаю, какой еще уголок я тут мог не обследовать, чтобы найти такие предметы. 318 пальцев. Ты лишь можешь, наверное, не разозлить, а починку, либо ты как бы расставишь в любом случае. Так их нельзя, что ли, спасти? Круто. Ага, я типа ее не расстраиваю, да? А то, что она все равно замок закрыла за мной, как бы, это так полагается или... Короче, как я понял, их не спасти, да? Получается так. Ясно. Понятно. 1.8 ты вот пасхалку не открыл, да, это точно. Пасхалка, да. Вот эту медаль, короче, вот эту, да. Вот этот момент я хотел показать. Интересно. Все из этого долбанного, блин, клюка. Нет, на концов влияет только этот выбор. В третьем эпизоде первые два не влияют. Понятно, понятно. Все, я понял. Все понятно. Выборы в первых двух эпизодах не влияют ни на что. Все понял. Ну, просто я хотел в первом эпизоде еще показать. Там есть кое-какой элемент, который не видели многие. Интересно. Даже многим будет в новинку. Ну ладно, хрен с ним. Короче, выйдет обновленная версия, а там уже и по стриму, как полагается. Так. Ребят, я не знаю. Мне нужна, по-моему, подсказка. Где мне искать эту нить или что там, я не знаю. Траву какую-то. Жало. Чёрская версия вот там будет изменена. Причем станет достаточно включая диалоги и возможность контакта с выжившими. Окей, дождемся, будет, видно будет, увидим. Так. Какой-то тупик попал, блин. Я вообще не врубаюсь, что происходит, здесь все как-то мутно. Мутно в чем? В этой игре? Ну, тут как бы... Так, наконец-то другая локация. Тут вообще все непонятно. Мы тут ходим, пока здание выполним. Вот так, вот я вижу какой-то свет. Попросил золотое сечение. Интересно, что кроется за этим? Посмотрим. Он говорит, что кроется за этим, посмотрим. А как посмотреть-то? Как я это могу посмотреть? Он так говорит, как будто у нас что-то есть, походу, что можно использовать, я не знаю. Ну, бомбу, допустим. Ничего нету. Пробник первого эпизода уже доступен. Да хрен с этим пробником. Пусть выйдет нормальная версия, там мы поиграем. В игре? Ну, блин, я не знаю. Какую-то траву надо найти. Кинжал, тут какое-то свечение. What beautiful golden... Что кроется за ним? А что может за ним крыться? Я вот... Не понимать. Что от нас хотят? Что мы должны сделать? Я не понимаю. Опять это порно. Да, привет, Хинч. Опять это порно. Даже без него. Так, вот стена вот эта пошла. Блин, понять бы еще, что хоть делать, блин, вообще было бы прекрасно просто. What beautiful gold. Что за свечение? Игра ломает мозг просто. Своей непонятностью, вот в данный момент именно. Вот именно сейчас.
До этого все было нормально, а сейчас вообще непонятно, что надо сделать. Где что надо достать, в каком месте. Как Хью в готике, а, ну ты, значит, тоже участвуешь в порно. Все понял, Хьюмич. Ну, мы теперь с тобой два сапога пары. Так, я что-то не понял. Два какие-то острова тут есть, я заметил. Может, на этих островах что-то есть? Давайте хоть посмотрим, я не знаю, проверим, что это. Хотя на этих островах мы были. What beautiful golden light. Тут-то, в принципе, и делать-то нечего, с одной стороны. Хотя, черт его знает. Там еще какой-то цветок плюющийся. Мне вообще кажется, что надо туда, к цветку попасть. У меня прям такое ощущение, что надо к нему. Это его уничтожим, там ничего особо и нету. Пропрыгал, присутствует прям. Вот прям, ну да. You know very well I can make fairy gold. Знаешь, хорошо, что я могу сделать для тебя волшебное золото, снабдив меня жалом, пчелы и нитью шелкового богомола. Если тебе что нужно, то ты должен взять с шутником. Шутником, что шутник. Очень смело, ведь ты вошел в гнездо богомола. Сейчас у нас есть шелковая нить богомола, но мне до сих пор нужна жало пчелы. А где я достану жало пчелы, я не понимаю. Где я его добуду? Тут нет пчел. Где они вообще? Не, благодарю тебе, что ты вернул печать Юнги. Ты она не сердится на нас, это так же. Когда тебя заявили с Мурком. Они обе сделали для тебя золото. Ты так умный, теперь у Дюны нет больше причин не разговаривать со мной. Я знаю, благодаря тебе я могу показать тебе дорогу, лес, без и Мурка сделать для тебя золото, которое ты хотел. Да, покажи мне дорогу, я тебя прошу. Покажи. Неси меня с собой на своих крылышках. Где она? Она пойдет со мной, интересно? На карте хоть есть что-нибудь, чтобы можно было понять? Кому там должно вообще пойти? Thanks for getting all Duna's seals back, Mel. What a relief she can't be mad at us anymore. I've also had a word with Elabeth and Mirka. I
knew you were clever. I'm really relieved Duna has no reason to be mad at me any longer. There isn't much I can give you by way of thanks, but don't forget. Сделать для тебя золото, которое ты хотел. You know very well I can make fairy gold for you, provided you have a bee sting and a thread of mantis silk on you, of course. You'll need it if you really want to meet the jester. That was very brave of you, daring to enter a mantis's nest. Какой-то шутник, какой еще шутник? Два задания. Найди две. Чего найти? Блин, нормально нельзя было перевести. Что за извращение? Найди жало и нити богомола для золота. Хренеть просто. Найди. Взял, нашел. Где только их найти? Стоит подойти к краю, персонаж как будто срывается и падает. Вот реально. Я туда прыгну, наверное. Мне вот интересно, эту игру что и не тестировать совсем, как можно было оставить такие прыжки? Да я сам в шоке вообще, как можно было вообще просто сделать именно так? Как-то же можно было взять попроще, чтобы не было такого гемора? Ну, им виднее разработчикам, походу. Блин, я хочу просто понять, где искать-то, в каком месте? Я... Весь лес обошел, ну как? И вот это свечение, оно довольно странное вообще само по себе. Я как бы даже сквозь него не могу обойти. What beautiful gold. Богомол. Ну, с другой стороны, хорошо, хоть не умею. Конечно, падение воду или пропасть. Да, господи, это-то и херня все. Мне бы понять бы, что сейчас делать. Это-то поправимые моменты в игре, на самом деле. Понять бы, что дальше делать. Тут есть, кстати, какое-то бревно, которое нас не пускало. Вот оно. Stop! Стой, не иди дальше. Меня зовут Бромол. Я храню деревья, я тебя не пущу дальше, до тех пор, пока у тебя не будет пропуска. Это же для твоего уж блага, уж поверь. Лесу очень опасно, а никто не должен входить. Вовремя недостаток свежей воды в лесу, и я обещал с невершением мэра, что я буду стоять на своем посту, чтобы не случилось. Если ты очень хочешь зайти в лес, тебе нужно поговорить сначала с ними, и найдешь ее с Стратжером. In recent times, but I promised Синевер, the mayor. Все понял, Синевер. Надо с ней поговорить, короче. По-моему, там находится все, что нам нужно. А, пойду сейчас пирог с сосисками, оливками, зеленью печем. Какие подробности? Ты так все подробно говоришь, Бога. Ну ты не можешь не переживать, я уже поел, так что ты меня не завлек этим. Тем не менее приятно.
Синевер. Надо ее тогда найти. Тут даму Синевер. Там нужен пропуск, получается, чтобы туда пройти. Мне почему-то кажется, что там все, что нам нужно, лежит. Где этот выход? Чёрт, с другой стороны, что ли? Знаете, мы еще повезли. Ну вот, жди. Наказание тебе за холостовство, что у тебя там такие объедения припрятаны. Так. Вот это дерево, как раз нас не пропускает, там проход есть. Так, короче, ребят, сделаем проще. Чем мы тут ходить будем? Сохранить, загрузиться. Хотя бы, ну ладно, хрен с ним. Синий вернут, значит, найти, да? Все, я, короче, это понял. Хотя бы так попробуем узнать. Может, она нам даст пропуск или что-то в этом духе. Потому что реально не бывает такого, что прям уж совсем. Весь лес зачистил, что он тебя не отмотает никто. Ну да, я все зачистил. Всех завалил. Так, короче говоря, сейчас надо Синевер найти. Сейчас посмотрим, что за Синевер. Это дама Синевер. Может, она? Конечно, я могу сделать ваше золото. Мне нужно жалоб, чего и нить шелкового голова. Нужна жалоб пчелы, блин. Мне нужна жалоб пчелы. А где его добыть, блин? Нить-то есть богомола. Блин, жалоб где добыть. Ну это хрен с ним. Нам главное сейчас понять вообще, куда хоть. Нам где найти Синевер. Сейчас мы его постараемся найти. Вроде все просто, но, блин, запутали так, что мама не горюй, блин, голос сломаешь. Вот здесь должна быть, по идее. Знаете, что такое? You still haven't found any silverweed? Так, Синевер, значит, кто-то другой, точнее другая. Mel, great you've popped by again. I've told everyone how you helped me. Вообще другая. Может, Синевер вообще на том острове была, но она тоже как бы мне разрешения не дает. Если она вообще там была, конечно.
Ну, зайду сюда, что ли, я не знаю. Тут вообще места не догоняю. There must be a way of getting in. But I think I need... Думаю, что я на правильном пути, но нужна особенная вещь. Может, он имел в виду вот эту нить? Особенная вещь, блин. Как может быть особенного? Привет, Даркс. Привет, дружище. Да, снова Ку. Снова Ку. А мы тут все страдаем. Синьвер, блин, какой-то синьвер надо найти. Лес. Ледяной бассейн. Веревки пропали во время старта. Чего-то там. Короче, пропали. Задворье be happy. Да уж тут be happy, блин, тут забехепишься. Блин, хрен пойми, что делать вообще. Серьезно, вообще не дали мне вообще. Так-то дали какие-то наводки, ну а где их искать вообще, как бы без понятия. Синьвер надо найти. Я уже брожу, блин, 40 минут и ни хрена ничего не нашел. This strange animal looks familiar, but I... This strange animal looks familiar. Берем батон. Что мне надо найти-то, ё-моё? Well, of course I can make fairy gold, but to do that, I need a bee sting to me. Где мне это искать? Люблю такие моменты в играх непонятные. Остается только здесь, наверное, что-то.
Stop! Not a step further! My name is Bromol, the Tree Guardian. And I won't let you go a step further. Not unless you got a pass on you. It's only for your own protection, believe me. The forest behind me is... Подожди-ка, еще раз. Stop! Not a step further! My name is Bromol, the Tree Guardian. And I won't let you go a step further. Тут Саджион. Саджион. Где-то вообще хер его знает находится. Так. You know very well I can make fairy gold for you, provided you have a... That was very brave of you, daring to end... Thanks for getting all Duna's seals back, Mel. What a relief she... I knew you were clever. I'm really relieved Duna has no reason to be mad at me any longer. Путь синевер нету у нас. Где найти? Хороший вопрос. Так, Саджион. Я запомнил название, если что. Саджион. Сейчас надо ориентироваться по указателям и искать Саджион. Это наша единственная зацепка пока что. Чисто, что за чисто? Так, а там что, в той стороне? Там закрыто. Так. Так же вон. Волшебный мед. This strange animal looks familiar. Помощи пофиг. Так. Что? Стоунхендж.
Мост. Там дальше что? Жена задание нет, есть, так а там коряво написано. Ну тут написано, что нужно найти пчелиное жало и нити богомола для золота. Нужно найти что-то еще непонятное. Это все фигня просто. Где вообще искать? Вот в чем вопрос. Стоунхендж. Нить ты вроде на прошлом находил, а жало тоже. Для чего найти? Там что-то надо создать из этих предметов. Я не понял, что именно. Это фигня, нам главное найти, а дальше мы поймем, что делать. Мост. Какой-то тупик, вот реально тупик в игре наступил непонятный. Ой, ребят, не знаю, короче, ваше предложение я готов выслушать вообще без понятия. Что делать, я уже запарился. Я тут хожу уже минут 50 почти час. Я ничего не нашел. Ничего, ни пути, ничего вообще не нашел. Вчера же находил почти в самом начале из ульев, когда Филиппом жало получал. Нет, я находил ульи, но не жало. Только ульи. Я потом их поставил на место и все. Больше ничего. Блин, это так не бывает. Что за вообще бред? Ну где-то что-то должно же быть. Почему мне игра тупо, я не знаю, не дает какой-то внятного намека, где искать? Или как бы дает, но, блин, я не вижу вообще нигде. Я уже 10 раз на все пережил. Как такое вообще возможно? Квест приметов где лежат? Квестов-то приметов особо нету, вот, шелковая нить, все. Больше ничего квестового нету. Я как-то ничего не понимаю. Ну. Не знаю, я, честно говоря, уже, блин, готов просто заглянуть сам в прохождение. Хотя бы посмотреть, где, что делать хотя бы. Достаточно легкой будет подсказки, все. Как бы. Так эта нить не нужна, и нужна, скорее всего, чего мы видели только в улях, значит, только там и надо рыскать, но... По идее, да. Ну вот сейчас давай просто пойдем для интереса. Может, я не знаю, как-то получится выдрать пчелиные задницы этот чертов, я не знаю, штык-нож, скажем так, пчелиный, и взять его куда-то отнести.
Уже серьезно, уже просто я не понимаю. Просто логика в игре где? Так. Вот, вот эти, короче говоря, три улья. There. I've put one bee basket up. There. I've put. Ну, это он поставил, короче говоря. This bee basket is still there, of course. Эта пчелина, кажется, до сих пор там. И. This bee basket is still there, of course. Попробуй тыкать в улья, поговорить с Фикси. Hello, Mel. Great to pop by again. I've told everyone how you helped me. But I have to get back to my bees now. Она же за пчелом, она, видите, занятая. There must be a way of getting in. But I think I need a particular item. И вот это я не понимаю, особенная вещь. Тут, наверное, что-то мы потом получим. Но что именно непонятно, меня больше всего волнует. Что делать-то с This bee basket is still there, of course. Ноль реакции. Да, ребят, у меня уже терпение иссякает. Я сейчас прям вот возьму и полезу, наверное, в прохождение. И гляну ради интереса, где вообще это место находится, или что там, где этот предмет находится, хоть один. Не подрывается камень? Камень? Нет, камень не подрывается. Что тут может быть? Что тут может быть? Целый час я брожу, ноль. Просто ноль. Ничего вообще. Охренеть просто. Целый час времени мы тут бродим по этому грёбаному лесу. И ноль на палочке, блин. Да уж, гуляюсь. Прямо я не знаю тут, блин. Загулялся, перегулялся. А ну вот это что за хрень? Гриб, понятно, выбиваемый. Ребят, если кому-нибудь не трудно, пожалуйста, посмотрите прохождение этой игры, потому что я уже все, я уже просто сейчас запарился вот это смотреть на этот лес. Целый час брожу, я уже не понимаю, учитывая еще прошлый час от игры, который надо потратил тут. Или вы посмотрите, или я посмотрю, как бы. Я не хочу смотреть просто до сих пор, я пока хочу своими силами найти, но не выходит вообще ничего. Бомбис прямо. С камня нашел чего? Джипом. Какая-то что за место? Чисто. Все чисто, вообще не понимаю. Нашел прохождение, но видео прохождение. Видео прохождение есть, я сам видел на ютубе. Я не стал смотреть, естественно. Я просто решил посмотреть, вообще кто-нибудь проходит эту игру. Оно есть на русском языке. Просто реально, вот этот момент уже просто, ну это уже слишком. Нигде ничего нету, вообще ноль, просто ноль. Как такое может быть? Либо я что-то неправильно делаю, либо я не то ищу, либо я вообще... Либо игра, по-моему, куку, либо вообще, я не знаю, не в том месте что-то ищу. Короче, хер его знает, реально. Мой вопрос проигнорирован. Ох, Буба, ты бы что-нибудь полезное бы сделал, чем глупый вопрос бы задавал. Ты бы лучше посмотрел бы, есть ли хоть что-то, не знаю, в прохождении в интернете.
а не троллить меня этими пейзажами и всякими еще непонятными вопросами. Где же может быть ответ? В каком месте? Разработчики, дайте знак. Хоть что-нибудь. Я сейчас тебя бы не проигнорировал. Я вот даже прочел твой вопрос. Вот, ты говоришь про пейзажи. Прекрасные пейзажи. Видишь, я тут хожу, брожу, лазю, мучаюсь в этих тропиках. Блин, ну часу, ну это вообще не серьезно со стороны игры, я не понимаю. Ни толковые подсказки, какие-то... Речь толкает каждый персонаж, но не дает точной ориентировки. Как-то распывчато все. Получается несколько заданий, которые надо выполнить, а ни одного задания нет такого толкового ничего. Да, спасибо, Darklex, спасибо большое. Я потерплю, естественно. Пока посмотрю еще. Так, пока сам подумаю еще, где может быть что-либо. Хотя, не знаю, поможет ли это, но все-таки. Так, ну-ка, карту. Есть еще наверху проход. Но толку от него ноль. Там тоже ничего нету. Прям мега тупняк в этом лесу получился. Тоже зачитался. Так. Наверху. Ну, пока пойду наверх, там посмотрю, в другой локации. Сажион. Сажион. You still haven't found any silverweed? Этой, блин, серебряная трава нужна. Где я ее добуду? За каким-то ярким светом. А где этот яркий свет? Хрен его пойми. Ну, значит, это, наверное, скорее всего, за теми камнями, может быть, я не знаю, которые светились. Но это пофиг. Главное найти вот этот чу, там жалы для нее и нить богомола там у нас есть, кажется, уже. Короче, пчелиное жало нужно найти. А где оно? Хороший вопрос. Потому что ни хрена я пчел тоже не увидел. Так, ладно. Пойду отсюда. Стоунхендж. There must be a way of getting in, but I think I need a particular item. Я не понимаю, вот это вообще как понимать? Должно быть на правильном пути. Но я не думаю, но я думаю, мне нужна особая вещь. Такая вещь, как бы это, наверное, потом выяснится. Где эта вещь? Увы, тоже не знаю. Ледяной бассейн. Лес. No way through for dwarves like you. Тут тоже хрен сидит, рычит, не поймешь, что он хочет от нас. The harp is definitely broken. The strings are missing for a start. The harp is definitely broken. Это арфа. А тут что? Стоунхендж.
А это что за логово какое-то? Ну, опять что-то ушло, не провалился. Так, что там за логово? Ну, логово это вот эта хрень, которую мы получили. Короче говоря, как я понял, мы то ли какой-то проход не можем попасть в доступ в динамит дерево, или возможно мы что-то не можем найти. Я, честно говоря, не знаю, я же говорю, я не могу понять, что за что взяться, что искать первым делом. Да даже если так искать, то мы ничего не находим. Невнятного действия, ни подсказки, как бы ничего. Так. Мост. Как меня тошнит от этих локаций уже. Вдруг я уже раз на 10 тут видел. Там какой-то гриб вроде. Или домик. Вон, по-моему, улей. Похоже на улей, как или пасеху. Вроде как. Может там тут тоже гриб, может мне показал, что это пасеха. А, ну да, конечно, упал. Каким-то местом, кого-то бывает же толкнули, блин. Может там ничего и нет, в принципе. Блин, мы опять тут. Да, ребят, походу это конкретный тупик. Походу все. Ноль. Я не знаю, что делать дальше. Дерево нас не пускает, нужно какое-то разрешение. Тот рычащий
монстр нас тоже не пускает. Потом что еще? Та тетка нам говорит найти что-то там. Другие феи там тоже что-то говорят найти. Только где искать, вообще как бы без понятия. Что за впечатление, что, по-моему, игра просто троллит и не хочет говорить, где вообще нужно что-либо сделать. То ли я ни черта не вижу тут вообще. Так, 10 часов, кстати. There must be a way of getting in, but I... Так. Называется это око Лес Фей, да? Лес Фей. Я не знаю, Лес Фей, а что? Стоунхендж тут написано. По идее, наверное, лес феи, скорее всего, потому что тут феи в основном тусуются. Другому не может быть. Ты в курсе, что если поставить компас свод на персонаже, то кнопкой 0 активируется радар? Радар? Так, если... А ну сейчас попробуем. Компас. А я тут компаса не вижу, кстати говоря. У нас компаса, по-моему, нету. Вот я что-то упускаю. Но я, честно говоря, не в курсе насчет этого. Значит, компас еще есть, но компаса у нас нет. Это я точно знаю. А, ну вот это только если справа вот компас. А как его поставить в слот, я вообще без понятия, если честно. Подсказочка и какая же подсказка была? Там, где опасная земля, да гулек. Для гулик и есть свет. Юзай динамит и будет тебе счастье. Там, где опасная земля для гулик. В общем, пропустил. Место бомбы должен быть на этом этапе. Что? Подожди, я немножко не понял. Что я пропустил? Так, получается, у меня нету нужного элемента, при котором у меня что-то должно открыться. Это я правильно понял? Я что-то не пойму, пока показания разнятся. А Буба, он говорит, что иди куда-то там, там, где опасная земля для гулик. Какая опасная земля, Буб? Я немножко не врубаю. Что за опасная земля для гулик? Знаете, что такое сила мистики, мистика нападения, расход энергии мистика. Чё так мозг чешется, ужас. За динамит. А бомб подходит или мне нужно динамит именно? Компас особо, ага, разгадывай бубину загадку. Тот тип, видимо, нашел сразу, а ты пропустил, но я не смотрел особо, не в курсе, где ты был, а где нет.
Понятно. Так, и что за загадка там? Опасная земля для гулек. Я, честно говоря, не понимаю, кто такие гульки вообще? Феи, что ли, получается? Хотя скажите хоть, кто такие гульки, чтобы я хоть понял. А ну-ка. Спасибо, Дарфикс. Сейчас глянем, что там. Понял, спасибо, Дарквит. Сейчас посмотрю хотя бы примерно. Ну вот я ключ, помню, получил тут. Все это было. Гульки похожи на голубей. Ага, все понятно. Ну ладно, ясно, в общем-то. Минуты отсмотреть. Гульки похожи на голубей. Это не эльфеи, это в смысле гулять, то бишь ходить. Там, где опасные участки земли и свечение есть, вот там можно взорвать. Свечение. Знаешь, Бук, тут как бы есть свечение, но оно как бы не взрывается. Я, конечно, могу еще раз посмотреть, да, еще помучить себя. Ну, давай, так и быть, я сделаю все как полагается, все по канону. Сейчас посмотрим, что там можно взорвать. Опасные участки земли. Так, ладно, здесь хрен с ним. Будем ориентироваться по компасу. Вот куда он показывает красным, туда и будем идти. Это аллергия на нос напала. Так. Оказывается, туда вроде бы. Так, там, где опасные участки земли. Опасные участки земли. Честно сказать, я вообще даже не видел таких опасных участков. Может, то, где по листьям прыгать надо? Ну, может быть, конечно. Хотя, знаешь, может быть и нет.
Ну попробуем, я не знаю, может по листьям действительно надо. Пипец просто, такая загадочность, просто охренеть от этой игры. Мне тоже стратегический персонаж, хоть бы сказали бы нормально, там, иди туда, там, туда-то, туда-то, и все, нет, надо юлить, что-то придумывать, какие-то загадки. Пискакал. Боже, как я хочу покинуть эту дебильную локацию. Какой-то парадокс. Обалдеть. Ой, как где опасно гулять. Ямы, лавы, ловушки. Кажется, только тумачи листья подходят. Ну так-то да. Блин. Вышел, главное, блин. Через это место. Черт возьми. Что еще сказать? Ну окей, попробуем где-то тонущие листья. Привет, давно начал, как перевоз, как задержали. Привет, Сэв! Я скажу так, полная жопа, вообще полный пипец, встрял по полной. Сейчас уже брожу, ничего ты не пропустил, абсолютно ничего не пропустил. Ноль. Мы за целые полтора часа ноль сделали. И вот как хожу по этому лесу, так и хожу. Сейчас хоть какие-то наводки дали на мне, я теперь ищем какие-то опасные места, гульки, я не знаю. Хрен пойми, короче, ищем вообще. Уже вот так вот бомбит, как этот бомба. Так, ну вот пытаемся сейчас найти в листьях, там, на воде что-нибудь. Пипец, ребята, нос что-то вообще прям зачесался, я не знаю, как будто, блин, чесотка напала. Да в заданиях тоже всякая фигня, ничего такого нету, что помогло. Найди там то-то, то-то, вот. Найди жало, найти нити богомолы, чтобы для золота какого-то там. И найти еще какую-то хрень. Так. Короче, поверь, за полтора часа нового мы тут не увидели. Так, окей, вот в эту сторону пойду. Это чертово болото. Раздирающее место попалось. Теперь мы не можем найти это место, япона мать. Когда оно нужно, теперь его тоже нету. Где оно было? Где оно было? Чёртова карта, блин. Вниз. Окей, идем вниз. Ой, наконец-таки. Хорошо, вот на эту локацию мы сейчас смотрим.
полный лист. По-моему, единственная разумительная локация. Еще хоть что-то может быть. Что же за аллергия напала? Япона мать. Beautiful golden lights. What's behind them? I'm gonna. Поверь, сейф, мы тут все вдоль и поперек исследовали. Вот абсолютно каждую, я не знаю, тростинку обсмотрели. Ноль. Поверь мне, за два часа мы тут все осмотрели, даже больше. Ну вот здесь, допустим, окей. Что тут может быть? Нам нужно сделать волшебное золото. Ну как бы да, это понятно. А вот как бы откуда добыть нужный материал? Вот как бы тонет, понятно. What beautiful golden lights! What's behind them? I'm going to find out. Может, за этим деревом что-то есть? Вряд ли. Навряд ли. Что интересно, свечение светится. Оно неспроста светится. Для чего-то оно точно светится. Для какой-то ведь цели оно точно тут светится. Сейчас будем гуг прощать. По-моему, только и гуг остается. Я вот реально, ну все уже. Все, что можно, истощили. У меня это видео скинуто уже. Я могу посмотреть, конечно, до этого момента и все. Блин, что ж такое с носом, господи. Еще нос чешется. Сутка какая-то напала на нос. You know very well I can make fairy gold for you, provided you have a bee sting
and a thread of manta silk on your heart. You need it if you really want to meet the jester. That was very brave of you, daring to end. Супер, еще и себя съем, 20 хп. Короче, мне это надоело искать непонятно что, тратить время. Сейчас я просто гляну в записи, что там по-быстрому. Чтобы хотя бы понимать, что мы должны найти. Жало пчел дает баба с ульями, когда ты вернешь ей все три улья. А она мне не дала никакого жала. Я не знаю, никакого жала у меня нет. Вот, пожалуйста. Ну, пусто. А, я, кажется, догнал. Я жало, наверное, той тетке отдал, скорее всего, может быть. Хотя не знаю, как это работает тут. Но жалоб я не получал. По-моему, не получал. Да, три улья я вернул. Я вернул три улья. Вон, даже могу прийти туда и показать. Нет, не мог бы отдать. В смысле, не мог бы отдать. Так, я сейчас пойду туда, посмотрю специально. Квестовый предмет, ну по идее да. Ну, три улья я вернул. Вот сейчас я сейчас покажу. Сейчас мы туда пойдем. Вот три улья. Целенькие, невредимые, стоят тут. There. I've put one bee basket up. There. I've put. This bee basket is still there, of course. Надо пчелиная корзина до сих пор там. Как это понять? Ее типа тут нет, что ли, или что? Вот она же вроде тут. Hello, Mel. Great you've popped by again. I've told everyone how you helped me, but I have to get back to my bees now. Я иди жало, дайте жало, вы сволочи. А почему вот эти он говорит по-другому? Сейчас сам не понимаю. This bee basket is still there, of course. Такое ощущение, как будто бы он и не нашел. То ли квест забаговался, то ли хрен его знает. Походу так только это можно объяснить. Сейчас я посмотрю в записи, где он отдает вот эти три. Черт возьми. Три вот этих пчелиных роя. Чтобы понять.
Смешно будет, если квест реально забаговался. Так, а ну, а вот я вижу это место сейчас я, где он нам дает эти три улья. Один улей уже, по идее, стоит сам по себе. Вот этот левый, который самый, где он говорит по-другому. Да, я же говорю. Вот, это я вот сейчас смотрю, вот посередине он поставил улей, как я сейчас вижу из видео. Сейчас он идет искать третий улей. Походу он пока его еще не нашел, сейчас посмотрю. Так, вот. Ну-ка. Подождите, подождите, сейчас вот. Что он там и принес? Так, вот. Ох, ну что ж за герой? Ты вернул мне все мои ульи. Ты такой способный. Ты, наверное, пользуешься успехом у... Там кого, чего? Что там дальше? У женщин в деревне на родине, да? Ну, так, подожди. Ну, могу дать тебе вот это пчелиное жало. Будь осторожным, легко поранить себя. И вот начинает свечение над героем. И где жало, шелковые нити мантиса. Показаны. Принеси два улья для пчел в корзине. Ну-ка, у меня там как в игре. У меня стоит вообще вот это третье задание, как будто бы тать травку. Я не знаю, непонятно вообще, честно сказать. Чё-то не пойму вообще. Короче, ребят, что-то не пойму я, ни хрена. Хорошо, следующий посмотрю. Что там, Сэф? Что-то плохое? Эх.
Давай найдем третье задание. А как мы его найдем-то? Что у нас там в третьем задании? Найди что тут? Я не пойму, блин, дебильный, я не знаю, какой-то перевод. Как можно было так перевести вообще по-дебильному? Найди две зо... Хрен пойми что, короче. По-моему, принести два улья для пчел Карине, наверное, задание, скорее всего. Но это мы, по-моему, сделали. А может, даже это не то. Походу, квест баганул. Да? Да не может быть. Вообще сказка. Да? Вот дерьмо. Ай, блин, сейчас отчество не легче. Hello, Mel. Great you've popped by again. I've told everyone how you helped me. Это мягко сказано, Сэф. Это просто мягко сказано. А можно это как-то исправить? Если я, например, английскую версию включу, оно исправится? И все. Накрылось. Медным тазом. You still haven't found any silverweed? Take a closer look and look out for the golden. Но можем найти что-нибудь другое попробовать, например, серебряную траву найти. Хрен с этим жалом. Попробуем другой квест выполнить. Может быть, тот откроется потом. Может, ничего не багануло. Нет, трава идет после золотого золота. Ну а мы можем, допустим, я не знаю, траву найти, или она не откроется тупо. Для которого нужно жало, все ясно. Ой, ребятки. Мы же любим такие вот игры, которые любят баговаться. Я за какие дела такая схожу полтора часа, оказывается, квест баганул. Не день, а сказка. Просто день каких-то баганутых игр. Так, ладно. Это все херня. Надо это как-то решить. Что нам делать дальше теперь? Даже если квест баганул. Может, все-таки это как-то лечится, я не знаю. Другой версии или там английской оригинальной версии. Или все, я уже все намерто запорол.
You still haven't found any silverweed? Take a close... Чатик, вы живой там вообще хоть или что? Или все уже вымерли? Что делать будем, товарищи? Каков план действий? Похоже, тупик. Там же вроде было в этой версии написано, что тут какой-то квест, или не квест, но когда вот новую версию скачал, что тут исправлено. А я, походу, наверное, сохранил уже после этого. Но я, блин, прям везунчик просто. Сохранил именно после этого момента. И в итоге хрен теперь оно, наверное, теперь перепройдется, походу. Даже в с такой версии. Единственное, можно попробовать английскую версию завязать, но мне что-то кажется... тоже навряд ли поможет, но стоит, наверное, может попробовать. Навряд ли не поможет. Я же говорю, взял, блин, ту версию и все. Ну не знаю, ребят, что тут делать. Если квест забаганул, то это все. You still haven't found any silverweed? Take a close. Акфей на острове, что должна отдать волшебная? Ты подходил? Если она не надежда, ну я подходил на острове к феям. Я могу сейчас пойти, даже специально показать, чтобы уже все разъяснилось. Пойди к той фее, что дает золото, и спросите, но вот чего был визуальный баг с этим жалом? Если даст золото, там повезло. Не даст, игра запорота. Все понял. Чего-то у меня все равно плохие предчувствия. По-моему, я этим феем уже раз тут уже подходил. Ну, сейчас попробуем. Чтоб тебя. Вот надо было сюда упасть ему обязательно, блин. И этот проход дрянный, блин. Кривой еще ищи. Та фея летает там, где ты и других, я понял, на озере. Игра в принципе непроходима.
Да, не может быть такого, как я же видел на ютубе, что ее проходили. Ну как видел? Видел, что там написано финальное видео. Все. Естественно, не смотрел. Проходимо, просто говняная версия, блин, попалась. Как всегда, блин. Чем заливать версии, если не работают, блин? С нами пиратки. Вечно у нас вот... Сколько помню, эти пиратки покупаешь, блин, российские игры, тех старых. То баги, то еще какая-нибудь шляпа вылазит. Так, ну вот и нашел это место, наконец. А в английских версиях все прекрасно работает, блин. Может, проходимая версия на ПК? О, ну если даже на ПК есть проходимая, то... Просто опять это все проходить, эти квесты, блин, это же тоже время, столько, блин, опять это все и делать. Это не фронт мишен, где там, блин, 8 миссий, оказывается, там 10 надо было пройти и все, и быстро пропустить, скипнуть разговоры. Целая, блин, эпопея. Так, ну здесь никого нету. What beautiful gold. Так, ну вот феи. You know very well I can make fairy gold for you, provided you have a bee sting and a thread of mantis silk on you, of course. You'll need it if you really want to meet the jester. Встретиться с шутником. Каким-то шутником. That was very brave of you, daring to enter a mantis's nest. Ты очень смелый, ведь ты вошел в гнездо богомола. Сейчас у нас есть шелковая нить богомола. Но мне до сих пор нужна жало пчелы, которого у меня нет. Thanks for getting all Duna's seals back, Mel. What a relief she can't be mad at us anymore. I've also had a word. I knew you were clever. I'm really relieved Duna has no reason to be mad at me any longer. There is a match I can give you by way. You know very well I can make fairy gold for you, provided you have a bee sting and a thread of. That was very brave of you, daring to. Так, вот мы и спросили. Идем к пасечнице. Идем. Хорошо. Ах, черт возьми. Ладно. Нормально. Если она не даст, то никто не даст. Это уже точно. Ну, по идее, да, но я также уже ходил. Но сейчас попробуем. Вот, вот сейчас, типа, мы спросили. Thank you.
Блин, будет реально обидно, если на самом деле все так плохо. Но я могу, конечно, попробовать потом скачать английскую версию. Может, она как-то пропустит этот момент. Хотя я тоже сомневаюсь, потому что это все-таки цепочка квестов тут. Ну вот, мы дошли. Сейчас я не знаю, спрашиваю. Hello, Mel. Great you've popped by again. I've told everyone how you helped me. But I have to get back to my bees now. Hello, Mel. Great you've popped by again. Да, потрачено. There. I've put one bee basket up already. Там целая наука. Так тогда с текстом вообще прохождения этой игры нашел только ее баги и методы борьбы с ними. Охренеть. Там что, люди реально с ними борются, с этими багами в игре? Ну, как бы исправляют. This bee basket is still there, of course. Блин, игра реально интересная, но хочется пройти, блин, уже сюжетом погрузились, на тебе, блин. There. I've put one bee basket up already. Я же говорю, я могу, в принципе, попробовать английскую версию скачать, в крайнем случае попробовать ее. Если уж она не пойдет, как бы, то, наверное, уже ничего не поможет, я думаю. Только если там, допустим, ПК-версия, но, честно говоря, опять надо заново проходить, нет ни малейшего желания. Hello, Mel. Great you've popped by again. I've told everyone how you... В общем, в той версии, где ты прошел, этот квест багован. Угу. Понятно. И, кстати, когда я вот эту версию запускал, которую я скачал, там было написано Forest, исправлена ошибка с ресом и с текстом. Это же надо было мне попасть именно в той версии, вот до этого места, именно с этим квестом, вот не сохраниться после него, и потом уже на следующий раз взять вот эту версию. Это надо быть таким невезучим, чтобы вот так все совпало, что нет, чуть-чуть до этого взять новую версию. И еще с таким шансом, что мне попалась именно такая версия багованная. Я тут не подошел, там не пробегай, тут дверь не трогай. Но некоторым лечится только хаком. Там в исполнительных надо прописывать местами исправления. Короче, жопа полная, как я понял. Ясно, понятно. Ну что, ребят, что будем делать? Наверное, тогда будем заканчивать. Я попробую потом скачаю английскую. Если в английской ничего не сработает, я потом отпишу. Уже, ну как отпишу, скажу уже на следующем стриме там по какой-нибудь игре. Или, наверное, скорее всего, потом Сефу отпишу, а Сеф уже скажет всем вам, если что. Там на ГГ в личку и куда-нибудь. Блин, печалька, конечно, печалька, что поделать. Херово, конечно, все это вышло. А сколько мы, кстати, вообще прошли? В принципе, если все сделать по-быстрому. Но опять-таки, там говоришь. Ты говоришь, Дарк, что там баги. Если даже мы тут баг избежим, не факт, что мы не нарвемся на другой баг. Просто нужна какая-то стабильная версия. Либо английская версия чистая, без всяких переводов. И тогда мы хрен поймем сюжет. Ну или в крайнем случае дойдем до этого места и получается, ну, на английской версии и сохранимся. Но не факт, как я говорил, что опять потом будет что-то стабильно работать. There must be a way of getting in, but I think. This bee basket is still there, of course. Попробую другую версию, просто иную, и с этим сейфами. Может прокатить, скрипт есть, и он активирован, просто не срабатывает. Вот мне тоже кажется, может быть он есть, как бы. А может быть он уже просто активирован, или как бы был просто не активирован. Хрен его знает. Я, короче, попробую другую версию, английскую скачать, так что, может быть, не все потеряно. Попробуем английскую версию скачать. Я, если там, допустим, квест появится, я потом пересохранюсь, естественно, и мы продолжим дальше вот эту версию играть. Уже, которая исправлена с этими ошибками. Только так, если уже не сработает, то извольте, увы. Не судьба, значит, именно в эту версию. Может быть, потом
Попробуем, я не знаю. Короче, надо будет решать, ребята, если даже не получится. В принципе, я могу пройти вне стрима ее, в принципе. Но опять, конечно, там проходить, это жопа. Там посмотрим. Короче, посмотрим, ребята. В общем, всем спасибо, кто смотрел сегодня стрим. Не знаю, буду я заливать это видео или нет. Тут, по идее, мы ничего не прошли вообще, по идее. Ничего не прошли. Мы тут за 2 часа с чем-то ничего не сделали. Вот как начали, все так и осталось. Там одно растение только убили, и все. Так что, наверное, смысл заливать я не вижу в видео. Или есть смысл заливать? Короче говоря, наверное, все-таки я видео залил. Чтоб было бы кому что посмотреть, чтобы знали, что мы закончили на такой ноте. Все-таки как-никак. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Всем счастливо, всем спокойной ночи. Проверю сейчас сразу же, скачаю версию английскую. Проверю, отпишу потом сейферу. Если что, ВКонтакте у меня в группе сейф там, может быть, напишет под постом видео, которое я сейчас залил. Что-нибудь насчет этого всего. Ну, как я дам ответ. Да, сейф, ну, что поделать? Что поделать? К сожалению, так. Ну, если что, еще обсудим. Ладно, ребят, всем спокойной ночи. Пока-пока.